Ռուսական թագամասում ոստիկանները շարունակում են հերթապահել, չնայած նախորդ օրերի համեմատ այստեղ հարաբերական անդոր է։ Բնակիչների խոսքով իրավիճակը ամեն վարկյան կարող է փոխվել։ Мотивы его убийства были непонятны. Вот это вот почему вдруг? Из-за чего это случилось? Не просто так он зашел в семью. Наверное, что-то были какая-то подоплека к этому. Очень. Соболезнования. Даже по телевизору показывали, когда в церкви стояли гробы с людьми, которые погибли. Я не могла смотреть. Это очень тяжело. Вот, очень тяжело. Соболезнования. У нас очень был большой шок от произошедшего. И вообще, хоть я русская, муж у меня армянин, я всю жизнь прожила здесь уже, с 30 лет здесь живем, и нации, в общем-то, в каждой нации есть, очень всех потрясло. Его должны дать армяне. Знаете, честно сказать, правосудие нашему. Знаете, честно сказать, я бы его отдала в руки людей. Вот если просто у нас гуманный суд, гуманные законы, мы это уже беззаконие получается, если дать на растерзание, можно сказать. Пусть он испытывает то, что он испытывали люди, которые ни за что погибали. Здесь милиция, очень милиция, тяжело. Да, вам что, здесь угрожают или не угрожают? Нет, ничего. Ну, вроде нет. Тишина, но милиции много, дежурят постоянно здесь. Там кто знает, диверсии, знаете, потом нормальные люди, мне кажется, не будут ничего предпринимать. А вот именно какие-то хулиганы или кто-то. На маленького ребенка нормальный человек никогда не поднимет. Я знаю, что не тронет. А вот именно вот какие-нибудь или наркоманы, или кто-нибудь такие, знаете, безбашенные. Вот, вот эти могут, наверное. Кто знает. Вы не отомстить. Вы знаете, да нет, ну как-то неприятно все равно. Вот это ощущение того, что городок пустой. Очень мало деток, очень мало людей ходит. Особенно вот такой обеденные перерывы вечером. Вечером вообще никого нет. Неприятное все это, неприятное. Будем надеяться, то, что будет все хорошо. Всегда дружили армянский и русский народ, и никогда этого не было. Из-за одного ненормального, из-за одного дурака вот такие вещи произошли. Будем надеяться на хорошее, детки. Не-не-не. Нет, я не могу ничего сказать. Я сейчас не в том состоянии, у меня температура, я плохо себя очень чувствую. Вам не жалко, просто... Мне очень жалко. Очень. Очень жалко. Давайте не будем снимать, пожалуйста. Не знаю, ничего не знаю. Не могу ничего сказать. Я все читаю, все вижу, но не могу ничего сказать. Очень жалко. Очень жалко. Я мать, поймите. Мне жалко очень ваших детей, жалко. И жалко вот этих детей. Почему жалко вам? А кто знает, что будет завтра? Что нам ждать здесь? Мы ничего не хотим, мы не хотим плохого. Разве я в ответе за своего дитя? Я бы его наказала, конечно. Я считаю, что он очень плохо поступил. Но, извините, мы же дружим с вами. Мы и здесь живем, и в России я живу с армянами. И мы 30 лет живем в подъезде с армянами, никогда не имели никакого конфликта. Сейчас здесь охрана есть, милиция. Да ну, все это знаешь, но... Приехать не надо нас это, не снимайте. Ничего хорошего, мы не думаем. Не жалко? Конечно, жалко. Про это, пожалуйста, говорите, чтобы наши услышали. Ой, не надо меня снимать. Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Очень соболезную и жалко. Но я, правда, ничего не могу сказать. Спасибо.